Совершенно очевидная победа в шестидневной войне. Ну как же, да, мы... Я считаю, что весь уже советский сионизм вырос на этой победе. Не только сионизм, вообще еврейское самосознание. Я был уже подростком в то время, я помню это все, как мы это все переживали. Но сегодня в Израиле мы опять воспринимаем ее как условно. Из-за этой войны появились эти территории, с которыми так трудно. Из-за этой войны появился у нас этот Восточный Иерусалим, неизвестно, что с ним делать. Это Храмовая гора, с которой вечные проблемы. Как будто бы мы не приобрели, а потеряли. И мы действительно теряем. И на этом, я думаю, что от этого, на этой концепции выросла и Осло, о котором говорил Габи, и вырастает вот это наше сегодняшнее поведение, да, какое-то странное, ну, например, да, с Хамасом в Газе. Я недавно написал, что мы, выросшие там, где-то к пятому классу понимали, что гопнику нельзя платить, чтобы он тебя не бил, потому что он именно поэтому будет тебя бить и все время требовать еще денег. Ну, ровно так же и совершенно логично ведет себя Хамас. Как этого не понимать сейчас в нашей выпускникам Гарвардов и Стэнфордов? Непонятно.